ребяточки, радуемся солнышку, шикарный денечек. Сегодня какое? 10 или 11 октября. Красота, красота. Моя машинка дорогая, любимая. Так, сейчас выйду на поле, засниму такую красоту. Она у меня уже 100 раз была в кадре. Так, мы не против и осени шикарной, с такой красотой. Листики. Носки не нужны. Было чуть прохладно, сейчас 9 градусов, ну, потому что нет сильного ветра нет. Чувствуется так приятненько. Листики. Моя тень. Вот наша осень золотая. Ставьте лайк, кому нравится. Я, конечно, люблю весну. Весну и лето. Мои любимые. Мое любимое это лето, конечно же. Ну, осень, смена сезонов. Тоже по-своему тогда очень любишь весну и лето. Лето очень любишь сильно. Очень сильно. Дополнительно любишь лето. Когда вот так пережил такую прохладу осени, там холод зимы. Когда все расцветает, оживает. А сейчас пришла пора осени. Это бесконечно прекрасно наблюдать красоту природы. Просто походить везде, побродить. Выходите в парки свои. Выходим, ребятки, на прогулочку, на пробежечку. Подышать в парке, вот на поле. Вот у нас тут швейцарские наши горы, уэльские. Вдали. Похоже на швейцарские, но наши уэльские. Вот собачек прогуливают. Красота, красота, милота. Ставим лайк за хорошее настроение. Чтобы у всех было каждый день прекрасное настроение. Лайк, подписку, добрый комментарий. И любуемся каждый день солнышку. Радуемся и дождику, и пасмурной погодке, любой. Радуемся и ценим. Огромное спасибо за все ваши лайки, подписки, добрые комментарии. Вас уже 1469, наверное, уже. Было 67, может быть, 70 скоро будет. Так, осталось всего лишь 531. Всего лишь, ребятки, нас будет 2000. Спасибо большое, вы лучшие. Пока-пока.